Привет всем! Это первая часть видео про эсминцы. Эсминцев у нас всего 8 штук, вы их видите. Я до сих пор не собрал всех, и сейчас начнем с тех, которые я не собрал. Хранитель. До сих пор не упал, всем упал, мне не упал, как обычно. Что скажу про хранителя? Довольно-таки хороший хил. Если у вас нету тундры, то, в принципе, он неплох. Даже он в некоторых качествах лучше. То есть он, у него более хорошая ПКОшная оборона. Ну, в отличие от тундры, то есть, мне кажется, он более эффективнее. Но есть минус, что он в средней шейнге, то есть до него добираются быстрее, чем до тундры. Вот. Давайте посмотрим, что у него тут есть. Начнем, как обычно, с движка. Мне нравится движок смотреть. Здесь ничего нету. Понятно, движок качать смысла ему нет. Броня. ОЗ. И броня. Вот здесь вот, скорее всего, в поздней игре имеет смысл качать ОЗ корабля, а в начальной игре следует качать броню. Система. Так, это что? Да, вот эти штуки можно вкачать для брони после того, как мы вкачаем основную систему. Основная система — это вот эта вот поддержка ППЛА. Здесь ремонтный ППЛА один и блокирующий космолет, противокосмолетный ППЛА. Соответственно, ремонт здесь нужно вкачать. Сейчас скажу, что. Ух ты, а у него нету перков на ремонт, прикольно. Соответственно, вот это и вот это, чтобы они быстрее откатывались. И вот это. Три скилла, здесь 5 ячеек, еще 2. Можно вкачать эту стратегию опционально. В начальной игре поможет, в последующей, когда в поздней игре, уже вряд ли. Потому что, ну, вас будут сносить быстрее, чем вы за эти 40 секунд там успеете отремонтировать себя. Одна ППЛАшка у хранителя и у тундры ремонтирует по 500 единиц брони за тик. Тик, по-моему, там где-то секунды 4 идет. Может быть, 5. А у Номы 300 единиц брони. Также, по-моему, за 5 секунд. Соответственно, в последней игре я бы играл, качал это противокосмолетное. И поражение ракетами, либо попадание. Тут хоть то, хоть то, то есть смотрев, что вы его делаете в танковку. Если у вас на передней линии нет эсминцев, соответственно, тогда в танковку. Поражение ракетами. Если есть эсминцы, можете в попадании сделать, чтобы он больше дамага наносил по космолетам. Далее. У него есть еще вторая версия, ионная, насколько мне известно. Ее можно прокачать до 17 тысяч энергетического урона. То есть имеем 9 очков, 17 тысяч, 10 штук. Итого во флот плюс 170 тысяч урона энергетического, причем не простого, а энергетического. Вторую, конечно, версию делать надо. Эту пока неизвестно. Давайте посмотрим здесь что. Да, здесь неплохо вкачать стратегию, чтобы он именно сносил эти истребители и прочее. Также попадание. И остальное на восстановление и на урон. Тут смысла ему качать преимущество на урон нету, поэтому можно восстановление качать там, где больше дается бонус. То и качаем. Это ракеты, у них, в принципе, высокая точность, они должны хорошо попадать по корветам. Ну, неплохо, конечно, им качать еще точности против корветов.
Но скилла на точность против корветов нету, поэтому качаем на захват цели вот эту РЛС. Ну, универсальную точность. Итого 5 ячеек. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали дальше. Тундра. У меня есть второго варианта, насколько мне известно. А, нет, есть второй вариант. Интересно, что там во втором варианте. Не видел ни разу. Посмотрим, что здесь. Неинтересно. Так, нету бонусов. Далее, качать, естественно, БПЛ-шку Тундру. Вот здесь вот есть эффективность. То есть увеличивает ремонт БПЛ-шек. Кстати, я вот сказал 500 ремонт у Тундры. Ну, это точно у Тундры. У Хранителя может быть и не 500, может быть 500 у Тундры за счет вот этих двух скиллов. Надо затестить. Возможно, у Хранителя также по 300, как у Ономы. Естественно, у Тундры качать это. Экстренный ремонт в начальных стадиях игры. 6 очков, да, то есть. Можно ОЗ системы также качать, но, насколько я знаю, это не поможет особо. Лучше вкачать урон против космолетов. Так, что здесь? Военные ВПЛ-шки 2 и один ремонтный. Да, два ремонта. Давайте это в начальной стадии игры. Это в поздней стадии игры, допустим. Частота попаданий. Откат. И еще раз откат. Вот все 6 слотов забили. Так, поехали дальше. Броня здесь явно ничего интересного. Да, вкачать ОЗ. Хотя вот энергоустойчивость тут интереснее на самом деле. И посмотрите, брони у Тундры больше, чем у нашего Хранителя. То есть не брони, а вот это вот ХП, очки здоровья. Соответственно, энергоустойчивость и очки здоровья. Все просто. Орудие. Так, что это такое? Понятно. Хотел порекомендовать вот эту вот штуку, но ходит слух, что эти орудия, вот именно которые орудия общего назначения, у них приоритет атаки идет в обратном порядке, поэтому система не работает. То есть они сначала бьют фрегат, потом эсминец, потом истребитель, потом корвет. А фрегаты и эсминцы у нас почти всегда есть на поле боя, и с вот таким уроном их не замочить, этих фрегатов и эсминцев. Поэтому не знаю, есть ли смысл стратегии, но вроде как там сейчас попатчат все это, может быть, исправят. Надо все тестить, проверять. Соответственно, имеем 4 слота, я бы рекомендовал качать вот эти первые 4. Если исправят, то, конечно, стратегию качать. А не исправят, не качать. Все. А здесь что у нас? Время выбора цели. Частота попаданий. Ну да, неплохо. Просто так нам дает этот модуль бонус. Поехали дальше. Телец. Тоже всем уже почти выпал. Мне не выпал ударный вариант. Здесь есть также импульсный вариант, насколько мне известно. Очень классная штука, даже если, по-моему, у вас нету импульсного варианта. Но импульсный вариант круче. Поехали, что у нас здесь есть. Уклонение 16%. Вкачать неплохо.
если останутся скиллы после прокачки пушки. Потому что пушка здесь основное. На тельце очень можно сильно разогнать дэмэйдж. Да, восстановление урона импульсных орудий. Кстати, это что, импульсные? Да, энергия и энергия. А, вот оно и есть импульсный. Сменит с импульсным орудием. Прикольно. Соответственно, импульсный, импульсный, откат, откат. Красота. И остается еще два слота. Это... Да, это частота попаданий по фрегатам и эсминцам. И стратегию. Ну, можно вкачать, она такая, как бы средненькая стратегия. Ну, почему нет? Можно вкачать, если есть очки. Также и в движительной системе качаем. У ворот уже после прокачки самого орудия. Энергосистема. Тут, кстати, тоже урон. Тоже качать. Эти два. За счет, собственно, этих скиллов он у нас и получает очень много дэмэйджа. То есть выходного урона. Что-то там порядка, по-моему, 10, может быть, больше 1000. Также стоит в первой линии. Ну, здесь, да, в поздней игре имеет смысл качать все-таки на ХП. А в начальной игре на броню. Так. Первая членга. Та-та-та-та. Церера. Как видим, у меня два варианта. Второй еще до конца не открыт. Первый вариант. Конечно, у нас системы космолетов. Церера может нанести на себя... Два истребителя, средних, небольших, а средних, то есть какие-нибудь булфроги и кто там еще у нас живучие, которые вот такие одиночные большие истребители, они сюда не поместятся, насколько мне известно. Конечно, можете меня исправить, если это не так. Что здесь качать? Это скорость захвата, всяко разно. В первую очередь, чтобы не качать это на истребителе, вкачать это здесь. Частоту попаданий и урон. И вот этот вот, либо срочный ремонт, либо уклонение от ракет для космолетов. Что одно, что второе, в принципе. Будет полезно для космолетов. Так, далее, система брони. Ну, конечно, здесь ХП вкачать. В поздней игре, в начальной, можно броню. Ну, ХП и броню, да, если останутся очки. Далее, движительная система. Ничего интересного. В принципе, здесь, наверное, все уже. Другие системы здесь что-то, чего-то не дают. Поддержка. Вот этот эсминец, поддержка, это самый лучший хил в настоящий момент в игре. Почему? Потому что... Сейчас посмотрим. Даст нам посмотреть? Нет. Заблокировал, да? Потому что у него два ремонтных БПЛА, в отличие от хранителя и от тундры. То есть у них там по одному ремонтному БПЛА, а здесь два. Плюс, также он в последней шеренге. Это реально самый лучший хил. Если у вас есть он, обязательно качайте его. Обязательно качайте ему в этой системе тактического БПЛА. Там ремонт, откат ремонта и так далее. Броню, как обычно у нас, на ХП в поздней игре. Если есть энергия, то на энергию можно качать в поздней игре также. А если это начальная игра, то броню вкачивайте, чтобы его... фрегаты и эсминцы не так сильно коцали. А движительная система здесь, насколько знаю, ничего интересного нету на самом деле.
принципе, на этом мы первую часть закончили. Все, всем пока, давайте.